Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин ToCamp, и представляем новый товар в нашем магазине, которого пока что, надеюсь, вы нигде не найдете, именно для этой категории товаров. Это чехол, чехол для туристического кресла. Кресло продается во всех магазинах, чехол вы не найдете ни в одном. Я лично не нашел именно для этих кресел. Кресла у нас очень популярные. Производят очень многие производители. Это вот такое кресло, которое носить, в принципе, вот так в руках очень неудобно. У него нету ни ручек, ни лямок, ничего. На нем единственное, это удобно сидеть. Но, как показывает практика, сидеть хорошо. Любишь кататься, люби и саночки возить. Вот, но таскать одно, тем более, когда тебе нужно перенести два таких кресла, это становится уже достаточно проблемой. Можно, конечно, на плечо, ну, и так, но это скользко, это неудобно, это, конечно, в итоге бьется в машину, бросаешь, оно обязательно обо что-нибудь ударится, стукнется. Мы же предлагаем вот такой вот удобный и практичный чехол для кресла. Чехол идет на молнии с двумя ручками для переноски в руке. Сюда может войти и два кресла. И также идет комплектация. Вот такой удобный, практичный наплечный ремень, который можно бросить так, который можно перекинуть просто через плечо и спокойно путешествовать с этим креслом или двумя, вот, куда вам угодно, и с большим комфортом, чем тащить его в руках. По размерам могу сказать, чтобы вы примерили уже к имеющемуся у вас креслу этот чехол. Длина его 90 сантиметров, высота максимальная получается 55 сантиметров. В эти размеры войдут, я вас уверяю, 99% кресел, продаваемых у нас в России, такой конструкции. И ширина у нас получается 13 сантиметров. То есть данный чехол с таким запасом места вы можете спокойно поместить не одно, а два кресла для транспортировки. Более того, в данном чехле предусмотрены ремни безопасности для кресла, чтобы оно не болталось там, вот, а с комфортом и в безопасности лежало у вас на плече. Все, мы здесь зафиксировали внутри его, вот, то есть оно у вас уже никуда не болтаться не будет. Вот. Застегнули вот так вот молнию и спокойно пошли, куда вам нужно. Итак, понравился чехол, можете заказывать у нас на сайте. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Рекомендую.